О мертвых мы поговорим потом. Смерть на войне обычна и сурова, но все-таки мы воздух ловим ртом при гибели товарищей. Ни слова. Обветренные скулы сведены. 350-й день войны. Еще рассвет по листьям не дрожал, и для страстки били пулеметы. Вот это место, здесь он умирал, товарищ мой из пулеметной роты. Здесь бесполезно было звать врачей, не дотянул бы он и до рассвета. Он не нуждался в помощи ничьей, он умирал. И, понимая это, смотрел на нас и молча ждал конца. И как-то улыбался неумело –